Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы вместе с вами, ребятки, поиграем в Skyblock на сервере Crystalics, да? Я вот набрал новых чуваков к себе на остров, еще двух, нельзя, посмотрите, одного из них даже HD скин. Это первого я взял Шама, а второй все-таки довыпрашивал у меня перебоев. Вот этот чувак, как он сидел, выпрашивал, просто целых полчаса говорил: «Ну Демастер, ну возьми меня, пожалуйста!» Ну я такой: «Ну ладно, ладно, все». Так уж и быть, но выпрашивать не надо, ребят. Других, кто выпрашивал, я их не взял, просто этот парень прям всем хотел на серию попасть. Ну, я такой подумал: ну ладно, чего уж там. Что уж там, жалко мне что ли взять человека. Ну, взял. Так, окей. Ребята, короче, с прошлой серии по скиллоку почти ничего не изменилось. Как и было, нас все-таки минус один, ягуарчик ушел, он больше не на острове, да. Он больше не на острове, я его не буду брать обратно. Вот если вы выходите с острова, если я вас взял на остров, и вы с него вышли, то я вас не возьму обратно, да. Лучше вот так будет, такое крутое правило, то он вышел и думает, что ему все можно. Нет, так не будет. Короче, ребята, так у меня больше людей стало. Сейчас я, наверное, сделаю так, чтобы было больше здесь мест, куда... Где можно добывать булыжник? Ну, больше людей, которые смогут добывать булыжник. Я уже подготовил небольшую местность, как видите, до записи, пока набирал людей. Сейчас я налью здесь воды, и эти системы тоже будут работать. Все очень просто. Да, я, то есть, пока набирал людей, минут 30 я здесь немного поразевался, чуть-чуть доделал, немного ферму там чуть-чуть доделал. Ну, конечно, в прошлый раз... Как вы видите, ферму-то мы увеличили, но это было, конечно же, за серией. Нужно ее будет еще в будущем расширить и сделать остров вообще больше. Давайте посмотрим, какой левел у нас острова уже. 7,5, давайте нажмем, сколько у нас там? 7,5 левел острова, это круто, это реально круто. Так что я уберу телефон подальше, то что он вибрирует немного, мне это не нравится. Да, ребятки, вот так вот. Скоро, я думаю, уже начнется середина сезона этого. То есть я же, как вам уже говорил, я не буду делать слишком длинный сезон. Вот этот по скайблоку, он будет достаточно коротким, коротенький такой сезончик. Так, это я сюда перенесу, все, отлично. И я хотел сделать потише звук, а то в прошлый раз многие жаловались, то, что было слишком громко слышно всякие открывания сундуков и так далее. И все только в том духе. Так, видите, у нас здесь есть земля. А, нет, это не земля, вот у нас есть земля. Вот землю мы сейчас будем ставить туда дальше, чтобы расширить наш с вами, ребятки, огород. Нужно будет еще больше земли, я думаю, мы ее закупим на... рынке. На рынке нужно будет ее закупить. И вот здесь вот нужно поставить факел, потому что только что ночью здесь спавнились мобы, и они меня чуть не убили. На самом деле они меня не убили, просто я об них ломал топор, и мне это не понравилось. Так, окей. Сделаем здесь побольше земли и, естественно, булыжника. Хотя не знаю, стоит ли это все-таки булыжником все обставлять лишний раз. С другой стороны, значит, стоит, потому что от этого вроде растет уровень нашего острова, я точно не уверен. Но вроде от количества блоков на острове левел острова увеличивается. Это факт. Потому что у меня изначально, помните, был остров большой, да, вот здесь вот, вот такой огромный был, я его сломал, у меня был остров в минус уходил, это было не круто, поэтому если, мне кажется, ставить больше блоков, то будет уровень острова тоже расти, там у людей даже по 900 левела острова вроде есть, я точно не уверен, возможно есть, возможно нет. Вот, сегодня, не знаю, будем ли мы какие-то ачивки делать, но закупаться в магазине точно придется, потому что нужно купить земельку, земельки-то у нас нет, кто-то мне продает, интересно, землю, /х. Золото продают, смотрите, яйца, всякие взрывные зелечки. Нам это дерьмо не нужно. Золото, смотрите, по 30-очке просто продают. Не. Это все нам не нужно. Кактусы. Вот кактусы я бы на самом деле купил бы. Вот, я бы купил бы на самом деле кактусы. /из. Потому что нам вообще нужно их тоже выращивать. Остров закрыт. Точки перемещения. Изменим уровень острова. Задание. Как видите, в прошлый раз мы все задания все-таки эти выполнили. Ну, я помню, то, что я немного читерил, тем, ну, то, что покупался аукционно, хотя это не читерство. Это вполне честно, да. Вот. Но для того, чтобы перевести, короче, к заданию строительства перейти, нужно все-таки получить начинающий строительство. Кстати, я уже почти выздоровел. Ну, может сказать, то, что я уже выздоровел, реально почти не кашляю. Кашель уже пропал. Ну, то есть, я сейчас кашляю, но это, ну, знаете, такие чисто остатки болезни. И это хорошая новость. Хорошая. Может, даже сегодня будет два ролика за день. Не знаю, ребятки, не знаю, посмотрим. Посмотрим, как получится. Я сегодня хотел сделать один информационный ролик насчет нового режима, который скоро на Crystalics появится, который мы разрабатывали очень долго. Да, наверное, вот такой ролик и будет сегодня. Вторым видео. Вот. Это будет реально круто. Кстати, зачем здесь построили? А, ну, в принципе, зачем здесь доски-то построили? Вот сразу же видно, неопытный майнер, ребята. Вот этот. О, вылетел вообще. Неопытный майнер. Вот, не знаю, как добывать ресурс, сейчас я покажу, как это делается. Здесь надо булыжник вот так вот сверху поставить. На него поставить уже факел, чтобы он еще не давал. Так, нужно вставать вот здесь. Или нет, 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 нет. Да, нужно здесь вставать.
Встаешь такой вот тут. А, здесь тебя. Ну, потому что нужно полублоки поставить. Да, полублоки сверху нужно поставить. Я всем про них забыл. Если поставить сверху полублок, то все будет отлично. Сюда вот так вот хоп. Отойди, чувак. Шам, отойди. Вот так вот хоп. Все, и ты стоишь тупо вот здесь вот. И лом. Зачем ты там поставил блок, Шам? Боже, зачем ты внизу поставил? А-а-а! Шам, поздравляю, ты сломал наш генератор булыжника. Зачем нужно было снизу ставить блок? Зачем ты это сделал? Ну, вроде его можно как-то починить, а может и нельзя. Блин, зачем ты это сделал, чувак? Зачем ты поставил блок снизу под водой? Это же было очевидно, что когда ты сломаешь булыжник, она растечется и зальет лаву, и он превратится в обсидиан. ПКМ по обсидиану, да, нужно ПКМ по обсидиану вроде нажать, я уже это видел. Но что-то не работает, нифига, нажимаем ПКМ по обсидиану, может где-то еще вода к нему при это... делывается. Нет, вроде нигде больше воды нет. А почему обсидиан не становится обратно нормальным? А, ведром надо нажать? Ведром. Окей, сейчас найду ведро, нажму на него ПКМ. Я думал, рукой можно. Раньше можно было просто рукой нажимать. Да, вот смотрите, хоп, на святого славой. Мы его снова сюда ставим. Да, и все работает. Боже мой, больше не ставьте под это блоки. Вот, да, стоишь вот здесь, вот когда вот здесь полублок сверху появляется, и ты копаешь просто. Копаешь, и так шанс, что вот, вот видите, вот он неправильно копает, сразу видно, непрофессиональный майнер. Потому что так больше, очень много булыжника падает в лаву и не идет к нему в инвентарь. Да, если на блок ниже встать, тоже будет больше попадать булыжник тебе в инвентарь, но все равно не максимум. Максимум булыжника попадает в инвентарь, если же все-таки ты это ставишь полублок и копаешь прямо в блоке. Потому что ты стоишь прямо в блоке, он не успевает сгореть, он попадает тебе в инвентарь. Старая схема, то есть ты вот так вот делаешь, хоп. Здесь делаешь булыжник, встаешь вот сюда вот и копаешь. Это я на всякий случай вам говорю. Пользуйтесь, проверенная тактика, так они не сгорают, вообще вон даже вашему союзнику улетают в инвентарь. Так что, ребят, пользуйтесь, да, батька да мастер что научил. Это такой небольшой лайфхак для тех, кто играет на скайблоке. Также еще скоро сделаем одну ферму на редстоун, я у игроков других куплю редстоун, либо можно будет его за ачивки получить. И сделаем ферму, в которой не нужно будет так вот стоять и копать, это будет очень прикольная ферма. В одной серии сделаю небольшой гайдик, сделаю такую ферму по редстоуну. Не по редстоуну, а по булыжнику, то есть можно будет копать булыжник, ой, нифига, здесь вообще блока, смотрите, нет. Так вот, смотрите, в чем фишка. Там будет комната заполняться булыжником, и мы будем просто бегать ее выкапывать. Это будет намного интереснее, чем стоять на месте и тупо долбить. То есть, ну, это прибавляет такой, знаете, больше интерес к добыче булыжника. Потому что порой, ну, надоедает стоять на одном месте и фармить булыжник, это немного скучновато. Многие из вас, наверное, с этим согласятся. Вот, но есть все-таки плюс как раз-таки в той схеме, что ты просто бегаешь, получаешь удовольствие. Хотя, если честно, скажу вам правду, эта схема тоже немного надоедает уже буквально через... Ну, где-то час добытия булыжника нам надоест. Для тех, кто быстро надоедает от нудной работы, то, думаю, через пару часов она вам тоже может надоесть. Нифига себе, за 2000 землю продаю. О, блин, ушлые торгаши. Так, почем здесь есть земля? 8, за 8 блоков 48. Что-то дороговато земля стоит нынче. Ну, в принципе, понятно, это скайблок. Здесь должна дорого земля стоить, но, может быть, я найду дешевую землю. Хотя, мне кажется, нет. Дешевой земли здесь просто не существует. Как же тогда добывать землю? Да, сотку за 16 блоков земли требует. Нифига себе, да. Вот это цены, ребят, это цены. Это такие жесткие цены. Ну-ка посмотрим, может, можно как-то за ачивки получить. Слэш С. Так, здесь у нас что дает? Так, награда. Так, один с каждого. Саженцы, 4 песка, 4 земли. Вот, за эти. За, получается, тыквы можно. За сахар можно. Так, здесь у нас ничего больше нет. За, вот получается, за ферму пшеницы можно. И за ферму арбузиков. О, прикольно, за ферму арбузиков это хорошо. Арбузиков у нас много, можно попробовать выполнить. А, кстати, да, вроде любой член острова может выполнять же задание, да, острова. Кто на моем острове прописан? Я вот точно не уверен, надо посмотреть. Ну что, видите, написано полное время. Ну так, хоп. Да, видите, то есть там написано 6 раз уже выполнено. То есть пока меня не было в сети, мои тиммейты заходили на остров. Вот, и получается, выполняли задание, да. Выполняли задание. То есть, вот видите, до этого здесь была только Евочка. Получается, Евочка выполняла задание. Теперь, видите, у нас теперь здесь четверо. В следующей серии я, наверное, возьму еще два игрока. Вы скажете, мастер, зачем ты так много берешь за серию? Ну, потому что я хочу, чтобы у нас был такой, знаете, оживленный остров, и мы быстро зашли в топ. То, что вы видите, ограничение на 10 игроков, я, наверное, все-таки его уберу. Будет у меня больше игроков на острове. Потому что я хочу побольше подписчиков набрать. Думаю, где-то до 20 или даже до 30 человек. И под конец сезона, последней серии, мы построим дома. И я такой закончу, знаете, этот
сезон Скайблока, как-нибудь красивенько, как в предыдущие разы. Ну, то есть, если вы не смотрели, можете поискать на канале, у меня даже где-то плейлисты есть со старыми этими Скайблоками. Эх, сразу же ностальгия, такая ностальгия, знаете, ребятки. Так, ну а пока можно дальше расширить для фермы, а у нас с вами, ребятки, место здесь вот. Вот, тут вот немножечко порасширять. У нас булыжник теперь есть, у нас ребята копают. Пока они копают, я могу расширять, это вполне нормально. Просто я не очень люблю копать, знаете, после стольких сезонов по скайблоку, да еще и просто играл в скайблок без сезонов, да, я немного, мне надоело немного копать булыжник. Знаете, как-то так вот чуть-чуть отвык от этого дела. Ну, поиграете столько много в Skyblock, сколько я играл, и в принципе меня поймете. Ну, а те, кто играли столько же, а может даже и больше, такие люди тоже есть. Я же не задрот по Skyblock, просто я очень много в него играл за эти несколько лет. Вот, те меня понимают, что копать булыжник немного надоело. Так, окей. Смотрите, сколько пшеницы здесь уже выросло, надо соврать. Пока бегаю, можно собирать. Тут еще и морковка выросла. Блин, столько всего выросло. Блин, я немного лишнее пособирал, это плохо. Окей, забираем. Блин, надо, чтобы кого-то на ферму назначить, чтобы он собирал, потому что можно такие землю получать. Кого-то надо на ферму назначить. Так. Давай, давай, давай. Вот, окей. Я только хотел сказать, что давайте его назначим, потому что он вторым у нас здесь зашел. Вот, давай, тогда ты на ферме будешь, значит. Главный по ферме будешь. Евочка вообще должна этим заниматься, но пока ее нет, ты тоже можешь этим заниматься. Все, мы договорились с тобой, занимайся этим. Кстати, интересно, пшеницу сейчас могу сдать? Я сейчас могу закончить эти квесты ежедневные. Ну-ка, вот пшеницу, хоп. Да, смотрите, кулдаун пошел. С грибами тоже, с сахаром тоже. Ну, сахара у нас нет, тык с тыквами тоже могу еще. Надо все это достать. Надо все это сделать, надо все эти фермы построить. С сахаром и со всем остальным, потому что это все нужно. Это капец, вот без этого прям тяжело жить, потому что мы можем сдавать больше квестов в день. И получать больше плюшечек. Сахар, как видите, у нас есть, но нет песка какого-нибудь, где можно его посадить. Нужно землю слишком дорого покупать. Может быть, песок стоит дешевле. Давайте посмотрим, сколько стоит песок на рынке. Нифига не дешевле. Вот вообще какие-то баснословные цены продают. Да, ну видите, у нас просто ферма тростника, она очень маленькая. Вот там справа вы можете видеть, она очень маленькая фермочка такая. Так, в принципе, тростник можно на земле растить, правильно? То есть можно земельки немного купить, либо взять. Проще, конечно, взять. У меня есть земелька, которую я как раз поставил. Давайте-ка ее уберем. Зря, наверное, ее высаживал. Хотя, да, и вот куда-нибудь сюда вот ее, наверное, посадить, тростничок-то. Таким вот образом. Тоже нужно воды побольше расставить. Там продают нахер блоки снега, которые нам не нужны. Так, окей. Тогда, чувак, займись тростником тоже. Я положу обратно в сундук, сделай ферму тростника большую. А автоматизированную ферму кактусов мы сделаем чуть побольше. Нужно будет сделать ее высокого уровня, несколько этажей и так далее. Будет тоже круто. Так, землю тоже вот в сундук положу. Положу, вернее, вот сюда. Хоп, 4 земли. А давайте посмотреть, что там по земле осталось. Да, нигде нет. Нигде нет земли. У деревьев там, ну, у деревьев, ладно, у них, кстати, земля с травой, у нас больше нигде земли с травой не осталось, поэтому вот эту вот землю, которую у деревьев, ее лучше не ломать, а провести куда-нибудь, чтобы у нас была земля с травой, то есть эту землю лучше не трогать, надо ее на будущее оставить, чтобы потом сделать травопровод. Так, кстати, да, ребята, давайте сделаем такой небольшой эвент, я хотел про него сказать, короче... Я решил такой ивент попробовать, видел такое на других каналах, честно скажу, подсмотрел на других каналах. Они обычно добавляют комментарии просто к следующему видео. Короче, такой ивент. Тот комментарий, который под этим роликом останется без других комментариев, попадет в следующий ролик, то есть в сегодняшний же ролик, да. То есть я вот сегодня буду чекать под этим видео, и когда засниму второй ролик про GTM, если он сегодня выйдет все-таки, да, я, значит, вставлю его в следующее видео. Вот так вот, да. Но обязательно, чтобы под вашим комментарием не было... Под комментарием, который вы ставите под роликом, не было других комментариев. Вот так вот. Это такой эвент. То есть вы можете мешать другим, писать под их комментарии и комментарии. Поняли, да, в чем фишка? Вот. И таким образом, если я увижу, что один чувак продержится хотя бы там 5-10 минут без комментария под его комментарием, тогда я просто возьму и вставлю это в следующий ролик. Вот так вот. Опа! Вот это вот ход. Это ход, ребят, это ход, да, это крутой ход. Так, когда где-то на 15 минут я сказал, то я буду комментарии начну читать это после 30 минут. После этого видео, блин, прикольная тема, прикольная. Мне понравилась эта тема под другими роликами других чуваков, поэтому посмотрим, как у меня на канале зайдет. Если это вам понравится такая тема, пишите в комментариях, прикольная тема это или нет, то я буду в каждом ролике вставлять один комментарий случайный из предыдущего ролика, который остался без комментария, вот так вот. Комментарий без комментария, блин, это какая-то
Тавтология получается, но, по-моему, забавный эвент, то есть можно такое, такая получается игра на ютубе, это вообще классно. То есть, как бы, вы мешаете другим, поэтому при этом сами пытаетесь попасть в следующий ролик, это круто, по-моему, так это круто, мне эта тема вообще понравилась, мне эта тема нравится, поэтому, чуваки, пишите комментарии, посмотрим, кто из вас победит. Такие дела. Фух, все-таки я сказал это. Я вот думал, я вот до последнего, пока записывал это видео, вот сейчас записываю, думал, говорить про это или не говорить, стоит его устраивать, не стоит, все-таки решил, подумал, будет весело. Мне кажется, будет весело, это будет интересно. Хочу посмотреть на вашу борьбу, вы будете друг другу комментарии писать, это будет забавно. Все, я готов к этому. Ну а тут, в принципе, на скайблоке мы закончили с вами. Как видите, сегодня мы расширили генератор, да. В сегодняшнем ролике немного расширили ферму, добавили двух новых человек и, естественно, идем к успеху. Давайте посмотрим, что у нас там по уровню острова. 7,5. 9,3. 9,3 уровень острова. Круто, ранг у нас 1479. То есть целых 1478 островов лучше нашего. Но не за горами, ребятки, не за горами, мы станем одними из лучших. Стопудово. Ну, конечно, будет тяжело догнать всех остальных, которые здесь уже 2 недели быстро просто все делают. Да, тяжело. Тяжело будет догнать, но мы с ними попробуем. Еще в будущих сериях по скайблоку я попробую сходить на шахту, попробовать с другими чуваками и попробую придобывать некоторые ресурсы на шахте. Сейчас это сделать сложно, потому что там алмазники ходят, но может получится договориться с кем-то. Давайте прямо сейчас сбегаем, еще как бы не конец серии, не самый конец серии. Я прямо сейчас сбегаю, наверное, туда и попробую... что-нибудь сделать, не думаю, что у меня получится. Возьму с собой одну кирочку сломанную. Правда, левелы жалко, но ничего страшного. Давайте спаун. И побежим в сторону шахты. Острова. Там, кстати, можно поставить острова, которые можно выбить в сундуке. Можете глянуть. Я не знаю, говорил я это в серии, не говорил, но... Шахты и ПВП-арена в одном месте. Блин, так прикольно. То есть, как бы... О, нифига себе, я по спауну здесь не бегал. Если, кажется, спаун такой прикольный. Вау, нифига себе, не знал, что здесь такое есть. Пушки какие-то, смотрите, ядра, вау, они из голов сделали ядра, прикольно, прикольно это сделано. Здесь нужно еще перепрыгнуть, типа только слабые добираются до сюда, да? Ага, и типа ты такой забегаешь, за тобой бегут чуваки, ты такой, нет, не бей меня, парень, ну что ж ты делаешь, а что ж ты меня убивать-то пытаешься? Ну ты смотри, прям руками готовы забивать меня, отстаньте от меня, боже мой, извращенцы. Зачем вам нужно меня убивать? Не лезь ко мне, парень, да я спущу шахту, да буду немного ресурсов. Тебе что, жалко, что ли, ресурсов для меня? Не жалей ресурсов для ближнего своего, чувак. Все, мы спускаемся так, на шифт встаем, и все, можно копаться, смотрите. Да, здесь есть реальные ресурсы. То есть, в принципе, в шахту даже реально попасть. То есть, так бах-бах-бах, и за собой такой хоп, путь закрываешь, так оп-оп, и все. И ты можешь спокойно копать в шахте. Блин, это офигенно. Жаль, конечно, с собой кирку не взял нормальную. Ну все, парень тоже копает, смотрите, такой со мной вместе. Здорово, здорово. То есть, если у вас сломался генератор булыжника, можете идти в шахту. Вот. Правда, вас тут могут убить. О, нет, девочка! Меня девочка убила! А! Девочка, блин, не верьте балам. Не верьте девочкам, они вас убьют. Боже мой, реально такой копаюсь. Девочка такая, как скример. Привет! 2 удара и меня нет. Блин, а, прикольно получилось. Зелье и ингредиенты. На самом деле у него ничего купить нельзя, да? Ах ты обманщик, подумал, я поведусь на твои зелья и ингредиенты. Это типа такой рынок, но здесь есть рынок через слэш-ахэ реализован, аукцион, да? Блин, ну прикольно смотрится, прикольно. Я вот по спавну не бегал, он, блин, такой классный. Может, здесь даже какие-то пасхалочки есть? Напишите в комментариях, если вы нашли какие-то пасхалочки в хабе. Ну что, ну не в хабе, в спавне скайблока. В хабе-то понятно, есть пасхалочки, там их много. Ну что ж, в принципе, на этом все, дорогие друзья. Вот такой у нас ролик сегодня получился. Надеюсь, вам он понравился. Мне лично понравился. Эвин запустил, это прикольно. Ну, на этом я с вами заканчиваю, да, с этой серией. Ставьте лайк, если вам понравилась эта серия. Пишите в комментариях, если вы хотите что-то мне передать, сказать. Возможно, я прочту ваш комментарий. Вот, ну, на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. С вами был Демастер, также он мне на острове Шам. И... Перебои. Блин, какой-то сложный ник, чувак. На самом деле не сложный, нифига. Просто как-то, вы знаете, такой вот. Не такой простой, как Шам или Дэм, например, там, перебоев. Даже не сократить тебя никак, а, чувак. Вот никак не сократить. Перебей, как переб. Как его я бы тебя сократил, но не получается. Перебоев, короче, с нами сегодня было. Эвочки сегодня, к сожалению, не было. Но ничего, может, в следующей серии она подойдет. Просто мы с утра сегодня записывали, а она, возможно, в школке еще. Вот, ну все, всем удачи и всем пока-пока.